Хей, йога, если мы шмаки, мы продолжаем пройти игру под названием... Что-то было? Под названием Borderlands 2, окей. Мы с вами отправляемся в лес. Лес. Вложив достаточно очков навыка спецназ штурм и взяв в руки штурмовую винтовку, у Марк Валдос специально может выпустить... Ну, пока что выглядит неплохо. Ну, местность маленькая, ладно. Найдите королеву. А вы входите в лес спокойствия. Лес спокойствия. Так, Элонора. Так, ну а ладушки здесь поближе будут. Ну, а спокойствие? Скучно. Ладно, убедили. Черт, теперь нужно придумать другие имя для леса. Не, ну это, знаете, это прикольно, типа, сразу эффект меняется в местность. Чётенько, чётенько. Парню главное, что весело. Добро пожаловать в старый добровольный... Так. Приют Маркуса. Вот тебе старая добрая. Так. Изи. Изи, денежка. Есть! Лес кровожадных деревьев. О-о-о. Чур! Я так и знал, что деревьям нельзя доверять. Манать! Вы сейчас серьезно? А чё так жестко? Пенёк. Пя, пя, пя. Опасные пеньки. Ну, как можно увидеть, пеньки... О, в тебе вообще топор торчит. А на земле вы нашли самоцветы. Похоже, королева оставила его на... Значит, нужно идти по следам за самоцветами. Да, так нельзя больше лились. Этот лес вырос из трупов моих поврежденных врагов. Мимо, правда, может, на твоем могли вырасти так... Еще что людям? Пикси. Так, нужно ее просто словить. О-о-о. Плюс скорости. Но мне не нравится то, что он типа злой становится. Ну, на, по выгляду. Так, сразу. Нужно переключаться между заданиями, чтобы не потерять то, что я ищу. Вам побежали сюда. А, сюда пробежать некуда. Ну так, это хил. Почему она вражеская? Главное, чтобы она потом меня не грохнула. Клан туда не побегу, давайте все-таки. Безбашенные пауки. Паучок. Дурачок. Пеньки, пеньки, пеньки. Ну, им в глаза главное стрелять. Интересно, огненный урон будет получше. А, обри. Дерево кто?
Подросток. Фу. Дерево подросток. Дерево подросток. Паук самоубийца. Интересно, как это работает. Так, Эриди, это хорошо. Все будет в порядке. Ну, блин, я все равно, по идее, приду, да? Давайте тогда... Так, за ладушком пойдем. Ясненько. Лево либо вправо. Ну, нам направо. Вы куда? Осматриваем окрестности. А, вот это зря. Я сбалансировал только монстров на главной дороге и... О, нет. Домик старого Глена-кузнеца. Минутку, как они убить всех тварей? А, извини, извини, монстр сейчас же все исправ... Бум! Боевой сбалансированный! Манать. Познакомьтесь с моей подругой. Я понял. Ой-ой-ой. Кто меня там так пуляет? Почему она за мной летает вообще? Она мне... Я депрессирую из этой херни, то, что она со мной летает. Там, так, кровавая полцена, ну, типа, ты должен волшебника превратить всех в скелетов, поищи что-нибудь, мы... Может, ну, чёрт! Похоже, кто-то спрятал доспехи в... кроме дерева. Постучи по нему. Вот, смотрите, бросить один раз или бросить два кубика. А, фу, тогда я не тратил ничего. 12. Ну, если что, мы будем тогда кидать два раза. Для этого мне нужно Ридий. Так, херня пушки, херня. Немного испортил себе гранаты, кажись. А если это дерево живет? Ага, выпали. А разве это броня? Разуй глаза! Этот фитон слишком половину сиськи не закроет. Кроме того, враги же целятся не только. А принеси, найди что-нибудь по... Окей. Вот это другое дело. Тяжелый и прочный, на 100% безбашенный. Выбирай, дружище. Принеси или Эльдор тяжелый доспех, или эротичные металлические бринки. Бикини. Ну, громоздки. Вот это мне и нужно. Тащи сюда сексуальные шмотки. У них будут выглядеть круто. Ну, потом мы все равно к ней вернемся. Поэтому давайте я next задание возьму. Ой, тихо, во, видите, я так бы сейчас ушел. А ладушки что? Правильно, я бы о ладушке забыл. Ага. Вот так бы я потерялся. А ладушки? Не, все-таки автомат очень хорош. Ну, я знаю, что, ну, я понимаю, что он все равно не прокачан, поэтому...
какого-то либо мощности я тут даже могу не наблюдать. Но это дерево сейчас оживет. Понятно было. До свидания. Их перезарядка, бежим дальше. Все равно меня фейка это преследует. Эй, сюда! Да-да-да, я слышу пауков. Ой-ой-ой. Луговой паук. Так, хорошо. Мод. Следуй за мной. Кажется, королева прошла вон туда. Проклятие. Тупик. Наверное, здесь все-таки можно как-то пройти. Это очень... Это орочи письмена. Хм. Тут сказано, что нужно омыть артефакты соками бла-бла-бла. Ну, неважно. Похоже, вам просто нужно набрать кровофруктов. А что такое кровофрукты? Местная штука, которая растет на деревьях. Вон там. Собрать кровофрукты. Собрать оладушки. Ну, погнали. Огры, говоришь? Или орки? Кто он там? Фрил будет у нас? Теперь в противниках. Сейчас откроется. Оп. Мало патронов. Оркошис. Смэш, смэш. Орк. Смэш, смэш, смэш. Пехотимец. Не, это хороший очень автомат. Ну, вы видите, он разносит очень быстро врагов. Как-то не было бы. Но врагов он забирает быстро. Хорошо, последние оладушки. Смэш, смэш, смэш. Тина, сделай одолжение. Съешь слада. А, слада? Нет, 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 нет. Морди, подержи ее, Брика, открой ее рот. Нет, кулинарный фаш, все, вы именно право. Брик, не давай ей так себе укусать. Если не понравится кровь, у нас будут проблемы. Собрать ладошки в шахтах алчности. Ага, еще есть локации, хорошо. Давайте, я думаю, пробежим просто. Вот так, оп. Замечу, что они меня теряют, то есть... Я куда-то так пробегаю, и они мне даже сделать нихера не могут. Ого. Ого, а он ко мне бежит. Хотя бы здесь много этих дает, ящиков.
с боеприпасами. Ни хрена себе. Манать, 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 манать! Тихо, дробовик. Фух. Манать. Не, чел, ну ты здесь гонишь. Нахера так жестко? Так, давайте я прокачаюсь. Ага, мы ж сюда вкачивались. Прям, опа, все, я теперь могу этот вкачивать себе. А, и пускай они там разбираются, мы тут пробежим пока что, потихо. Это кровавая река. Угу, фрукты, деревья. Ну. Брать фрукты, не убив. Так, вернуться к Девлину. Хорошо, все. Мне юз дают. Я помогу тебе. Помоги, помоги. Я думаю, что это уже мужик с бочкой. Он жесткий. Он просто ко мне подбежал и чуть не ваншотнул. Пускай их будет две у меня лучше. А, что, мужика немного готовят, я вижу. Ты смотри. Вау. Ни хрена себе. Это что-то новенькое. Ну, это аж у нас этот автомат, да, идет? Это автомат. А вот автомат это такое дело. 50-50. То, что автомат может быть и полезный. Не, ну блин, у него качество очень хорошее. Так, жетон. Урон, 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 скорострельность. Ну это пермамутр. Плюс 4. Это автомат. У меня на автомате только 280 патронов. Потому что вот здесь вот спорно тогда получается. Так, ну все, в принципе, полетели. Отлично. А теперь нарисую соком символы, которые изображены там. О. Задание появилось. Она меня замедляет. Или мне кажется. Короче, появилось дерево, это вот то, которое подросток. Нужно к нему сбегать, поговорить. С деревом-подростком. Блин, ну пистолет, мне кажется, это тоже херово будет. Нужно уже будет на что-то менять иное.
пикси. Ага, почки. А мать природа в ярости. Слушай, этому лесу типа нужна твоя помощь. Неподалеку какие-то орки начали рубить деревья. Посадить-то не... Так, саженец в самом центре. Хорошо. Ты очень медленный. А как только посадишь саженец, защити его до тех пор, пока не вырастет. А потом отомсти оркам за то, что они сделали. Мастере природы. Окей. Побыстрее давай тогда. Но этот баф хороший, типа. Типа туда-сюда я уже вон. Нахожусь там, куда мне нужно. Не, пистолет. А, так зеленый это пополнение патронов. Отлично. Вот он, лагерь орков. Теперь посади саженец и покажи им способы природы. Бла-бла-бла-бла-бла. Теперь защищай саженец, пока он не вырастет. Саженец вырос наполовину. Эй, посаженец убьет, ты типа его должен защищать. Еще немного, и тебе нужно придется. Так, пускай откатывается. Слушай, саженец уже вырос, супер, теперь помогай ему уничтожить лагерь. Ладно, делаем таким образом. Достойная смерть, чел. Так, тихо, тихо, тихо. Утрачу, пускай. Ой-ой-ой-ой-ой. Смеш, смеш, смеш. Да. Да что так сложно? Дерево, почему ты такое медленное? Давай быстрей. Мне уже патрон не хватает. Их слишком много.
Давай. Ну, дерево, ну что ты там? Мне еще вижу, отсечка идет на оружие. Ладно, поехали. Я застрял. Я что, этот не сработал? Ну, пускай там будет. Не, я все-таки потом нужно будет зайти и закупиться патронами. Сейчас туда-сюда, у меня уже патрон нет. Чё ты там так долго, алло? Иди ломай быстрее. Давай. Ломай же быстрее здание. Понимаешь, брэш. Здание. Хорош. Слушай, у тебя все получилось, теперь ты действительно можешь рисовать красивыми все там. Ну, заставляет это печатать. Или, ладно, возвращайся ко мне. Фух, окей. Давайте посмотри, что по дропу. Дерьмовое у нас. Буду выкидывать. Так, выбросить меньше косаря. Пипец, здесь всего валяется. Все, что больше косаря, я беру. Ну, обменю, короче. Выброс такое, выброс на такое. Так, 1200, 900. Ту-ту-ту-ту-ту. Да. Так, активировать алтарь урона. А, тут даже такое было. Четыре. 2к. Все, что за 2к. Нам. Выбросить. 1700 идет дальше. Нет. Выбросить. Окей, побежали. Блин, а у меня и денег уже не так много. Так, время уже к концу подходит. Хорошо, хотя бы у меня иридий есть. Хорошо, что я сейчас я буду переходить уже в другую локацию. Я там хотя бы эти попродаю, шмотки, если будет магазин. Вперед, сколько мы поубивали, а мне опыта вообще почти не дали. Походу, да, в основном все дается за задание. Что, вернемся к дереву, да? Давайте сначала, наверное. Хотя, побежали сразу.
Жалко, фейки нету на ускорение. Древолюб. Отличненько. Главное, что пока что все отличненько идет. Подался, но мне кажется, мы уже скоро дойдем. Походу, нам нужно до башни дойти. Но там будет, ну, башня магов, да. Походу, нам еще какие-то пещеры нужно пройти. Потом, как там называется локация? Подожди, сейчас. Чаще бессмертных, потом шахты. То есть еще как бы три локации это максимум. Ну, минимум, наверное. То, что башня, шахты, которые мы сейчас пойдем. И вот это РПГшное место. Сейчас подожди. Так, все силы ада. Ничто не сравнится с патичным деревом. Дерево глупое, не так ли? Ух ты. Смотрите, либо мы можем на продажу дать. Задержка подзарядки. Подожди, могу я? Не могу, да. Это минус до хера хп. Минус 1600. Ну, тут перезарядка очень быстрая. Либо за 5к я могу автомат продать. Ладно, давайте я возьму. Сейчас сравним. С моим щитом. Ну, смотрите, здесь отнимает. Кстати, сколько у меня сейчас хп? 19 кусков. 19 хп. Плюс 2к. ХП, ну, броне много повышает. А ну-ка. Нет. Где мой? Вот этот. Он у него здесь намного больше алов. На 5к больше. Понятно, что мне выходнее будет. Мне будет выгоднее, конечно, это чит. Потому что плюс 5к хп. Либо просто... Плюс 2000 к броне. С хп более лучше, потому что меня не ваншотят. Если бы меня ваншотили, тогда смысл... Смысла не было бы, я бы... От хп именно. Я бы взял этот. А, так это чаще бессмертных. Я думал, это уже шахты. Тогда еще прикольненько. Ну что, давайте тогда, я думаю, на этом закончим, да, с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.